Чернокожего американца наказали за оскорбление чернокожих. В американском городе Анн-Арбор, штат Мичиган, чернокожего мужчину приговорили к штрафу за расистские граффити, которые он рисовал в университете Восточного Мичигана. Об этом сообщает издание The Ann Arbor News. Суд постановил, что 29-летний Эдди Кирлин, должен выплатить более $2000, более $120 000, за вандализм. Кроме того, его приговорили к тюремному заключению на срок от 2 до 5 лет за другие правонарушения. По информации The Independent, первые оскорбительные граффити нашли на стене студенческого общежития в сентябре 2016 года. Оно состояло из букв «ККК», сокращенное обозначение «Ку Клукс Клана», и угроз в адрес чернокожих студентов. Через месяц возле памятника Мартину Лютеру Кингу, расположенного на территории университета, появилась надпись сходного содержания, в которой употреблялось оскорбительное наименование афроамериканцев. Весной 2017 года в мужском туалете обнаружили третье российское граффити. Полиции университета удалось выяснить, что все три надписи оставил Кирлин. Он учился в университете Восточного Мичигана с 2014 года, но бросил учебу в начале 2016 из-за проблем с законом. Бывший студент надеялся, что за помощь при поиске автора оскорбительных надписей с него снимут обвинения и разрешат вернуться в университет. План не сработал, и Кирлин попал в тюрьму по подозрению в получении и сокрытии краденого. После завершения расследования дела о граффити список выдвинутых против него обвинений пополнился вандализмом. В 2017 году сообщалось, что компания L'Oréal прекратила сотрудничество с чернокожей моделью-трансгендером Монро Бергдорф, которую заподозрили в предрассудках против белых. Это произошло после того, как она опубликовала в Facebook пост, в котором говорилось, что большая часть белого населения планеты не осознает, что их успех построен на крови и смертях людей с другим цветом кожи. Больше ада и странных новостей в TELEGREM канале, лента дна. Подпишись, перейти в мою ленту, новость размещена на сайте вседоски.com. Это бесплатный сервис по массовому размещению объявлений на десятки досок к объявлений. Как продать быстрее? Размести объявление сразу на все доски объявлений с помощью сервиса вседоски.com.